На старой набережной смонтировано свыше 400 квадратных метров плитки, сообщает информагентство «Саратов-24». В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжаются мероприятия на новой набережной от улицы Вольская до Второй Садовой. Там ведутся работы по обшивке туалетов сэндвич-панелями, благоустройству территории и установке малых архитектурных форм. А на участке набережной Космонавтов от Бабушкиного взвода до Обуховского переулка за день выполнены монтаж 40 квадратных метров плитки на втором ярусе и 400 квадратных метров на третьем ярусе, армирование лестниц, выбор и уплотнение грунта на четвертом ярусе. В аэропорту Гагарин составили рейтинг пунктуальности авиакомпании по итогам первого полугодия. Лидером среди российских перевозчиков, выполняющих рейсы из Саратова, стала авиакомпания «Россия». 96% полетов выполнила без отклонения от расписания. На втором месте авиакомпания S7 с точностью 86,2%. На 2% отстала «Победа». Среди зарубежных компаний самая пунктуальная – Red Wings – 92%. При определении учитывались опоздания более чем на 15 минут, без учета отклонения по метеоусловиям. Волейболистка саратовского «Протона» Елена Пономарева одержала победу на чемпионате России по пляжному волейболу. Он проходит в Анапе с 28 июля по 1 августа. Накануне наша землячка Елена Пономарева с напарницей из Приморья Ириной Юнаковской обыграли соперниц из клуба «Дон» со счетом 2-0. Сегодня у победителей еще три игры. Трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации волейбола.